Минприроды станет ответственным за рыбную отрасль в Дагестане. В скором времени министерство наделят такими функциями. Но изучать состояние рыбного хозяйства ведомство начало уже сейчас. Набиулла Карачаев выехал в Кизилюртовский и Кизлярский районы, чтобы выяснить, как развивается отрасль. Прудовое хозяйство «Горное» – одно из передовых в республике. Здесь занимаются выращиванием форелей и планируют к концу года получать 500 тонн рыбы. Несмотря на большие планы, руководству хозяйства есть на что пожаловаться. Проблем, конечно, очень много. Это очень капиталоемкое производство. Нехватка финансов, негде взять, высокий процент кредитов. Так выходим своими силами. Следующая остановка в Кизлярском районе. Здесь Набиулла Карачаев совместно с главой района Александром Погореловым посетил дагестанское рыбоводческое хозяйство в селе Речное. Осмотрели цеха по выращиванию мальков осетровых пород рыб, проинспектировали состояние Таловского оросительного канала протяженностью 20 километров. Он обеспечивает водой прудовые хозяйства Кизлярского района. Глава республики Рамазан Кадыжмурадов дал месяц срок. В течение месяца я должен изучить ситуацию по республике Дагестан. Ситуация очень проблемная. Развитие рыбной отрасли в Дагестане на самом низком уровне находится на сегодняшний день. Поэтому вот практически можно сказать, начинаем с нуля. И наша задача сейчас изучить и грамотно подготовить развитие рыбной отрасли республики Дагестан. Специалисты считают, потенциал рыбной отрасли остается далеко не задействованным. Из-за отсутствия мер господдержки, средств на проведение мелиоративных работ и заиленных каналов заниматься рыбой в республике стало невыгодно. Я думаю, что рыбодовича какое-то определенное место займет в республике. А до сегодняшнего дня она практически в нулевом состоянии. Просто в нулевом. Кто как может, так и выживает. По итогам поездки Набиулла Карачаев провел совещание с руководителями рыбных хозяйств и представителями органов местного самоуправления. По окончанию руководитель ведомства дал поручение в сжатые сроки представить развернутый комплексный план действий на текущий период и перспективу. Марат Лугуев, Айшат Ахмедова, Заур Алиев. Время новостей.